Блин. Череп. Ченька. А за что Жигулет пойдет вместо Наполеона? Полинор в хила прыгнет. Сейчас добьем трэш, Натали или вновь построить. Ну или. Да я сейчас выйду. Ну пусть выйдет. Да я сейчас выйду. А, выйдет. Только если рейдинг ревай попобьем. Нельзя ревать попобьем. А, ну портануть просто тогда хотя бы. Бриза, подойдите с этим чарджу. Короче, у нас ни одного ханта нет, поэтому абсолютно все РДшники следят за агром. Кто сорвет агро, получит минус. Особенно с крош. Если же по какой-то причине вы сорвали агро, выбегите хотя бы из рейда. Может быть, если выживете, минус не получите. Если хоть одного человека убьете, будет. Ну, знаете, ДДшные фласки. ДДшными фласками квакать и обмен. Да, с ПДшными. С ПДшными войт определенно. А чё я таких, то ли меня-то? Ну, я не знал, вернется ли мне Полинор. Да мой интернет я через телефон запускал, заебал. Так у тебя нормально все или нет? Сейчас нормально уже. У меня, короче, он почему-то долго грузит при входе в игру. Хорошо, Женя, тихо, все хорошо, ничего страшного. Короче, слушай, ты из танка прыгаешь. Иди танчи. У кого есть ПД фласки? ПД фласки определенно, а Войд. Место в руках еще есть? Или уже фул? Да фул может на ИП плюсовать. Ну давай. Замен. Не так. Так, короче. Сенджик же танчил здесь, знаешь, что делать? Ну да, к вам держать. Держи крошка, печеньку, звездочку. Смотри, главное, чтобы не сорвалась печенька. Звездочки запоминают цель, добиваешь косты молитвы исцеления. Женек, ты танчишь у нас крест и через зеленку скидываешь стаки. Крест держишь вот здесь, Жень. Вот тут. Танчишь крест и скидываешь с себя стаки. Как скидывать стаки? Когда будет 4 секунды и 5 стаков, нажимаешь зеленку. Не надо будет скидывать. Изморский, танка прыгай, будешь танчить Киглера. Киглера и короля. Все. Что вам важно запомнить? Эрхиса забери тьму и забери тьму, и будешь массакро отдавать.
Клео, ты забери огонь. Будешь тоже отдавать, когда я скажу на мастер на огонь. Не, давай наоборот. Клео, ты тьму, Хиса пусть огонь заберет. Джанг, с тебя... Даже не Джанг, давай, Эмма Бой, с тебя поддерживать. Всегда на кресте. Красный яс. Обязательно. Собак никто не играет, милики бьют только крест, и когда не активирован крест, бьют собак. Потом посмотрите, как бьют остальных мобов, можете бить так же, как остальные бьют. Жигуля, выйди отсюда, дайте ему портал. А кто там вместо Женька? Ну, вместо Женька занимает. Жигуля, надо что-то с босса этого. Я выхожу, выхожу. Или нет? Давай. Мне где держать? Так, двоим бессмысленно КД принимать. Одному из вас повесим, второй пусть остается без КД. Как второй рейд будет. Мне что держать? Ты еще в танке. Тебе все в ДД. Подожди, стой, не в ДД, ты собак. Собак подержишь. Так я думаю, вроде не говорил. Хорошо. Если по глазу скрошен, там где короля в обычке же держат. Там где крош, там уже держит. Окей. И смотри, твоя задача держать все время кроша. Крош обязательно. Гламур запомни. Гламур и лайт запомните звездочку, цель будете косты сбивать. Мне не надо сбивать, если по глазу молитву. Тебе надо, надо. Окей. Но они на подстраховке. Я понял. Что, готовность? Пул сейчас будет. Чего не хватает, а пока ужнёк. Лапу дайте. Да сейчас я сдобу рыбку покушать. Стою за неё, да смотрю. Ты все равно вначале не бить будешь. Стой, сиди, кушай. Все. Идите, разбирайте, босс. Женёк... Вот они что-то сказали. Блядь, ну ты загонишь ли 100 крест, говорю. Сколько раз повторять можно уже? Не там ты крест держишь, уводи его к нам, сюда иди. На пул, блядь, нету на пула. Закинь рога все равно на пул в танк. Смотрите, не сорвите череп. Живые бомбы выносите, милики никого не бьют. Клео и живые бомбы с рейда выносите. Не бурстите сильно. Этого если сорвете, будет пиздец. Женек, чуть-чуть еще отведи. Топнули урон, аккуратно. Милики, вон по собаке идите играйте. Женёк, не забирай собак. Клео... Ой, не Клео, а Хиса и Сэнджикс приготовьте массы в этого. Через 5 секунд. Давайте массы вы. Из морского прохильте. Не стопнули урон по крошу. БР по Хисе отдай. Киглера. Забери крошу. Играйте по Киглеру. Инры. Давай. Усяо. Ой, давай, Чеславность. Из морского поднимите. И вы. Молитва исцеления, звездочка. Короче, Гевер нового маста. Акула. Сказал, если шаришь, как бить из ромбик, ромбик можно бить. Кто знает, как его бить, можете идти бить. Женек, про стаки помнишь? Топнули по Киглеру. Крош. Так, сейчас Веня вакансия от тебя будет массейф, и Женёк от тебя, когда скажу, подбежишь, ты ближе к рейду, это касается Женёк, и ты, Женя, тоже. Из морского не потеряете. И еще на Йоме отдашь гимн на ХП. Не забывайте живые бомбы выносить, на кого вешать живая бомба, выносит из рейда.
буквально 8 метров. Далеко не надо убегать. И к киллеру не бегите, это он от киллера. Через 8 секунд сейвы приготовили женек плюс локати. На эсбонг есть. Отдавайте. И на Йоми жми гимн. Стопнули по крошу. Все, Жень, води обратно. Стопнули по крошу. Молитва. Все, играем по лому. Геру дали, мелики, идите тупо лому, их бейте. Иди, этот Красноярск поддерживаем. Декурсим, все, кто может декурсим. Стаков держал бы, может, хилил. Молитва исцеления, хорошо, надо. Или по лому. Играем по крошу. Отдаст опять Массей Пахифа и Сэмджит. Пахифа зубы воет за кинь. Вот у него это Мендри, когда я скажу. Когда скажу силы этого, что его слот. Он бизнес. А до этого без макроса играем. Ахиса, не сейчас. Когда я скажу массейвы отдать, отдашь по Ахисе массейв. Ну, не массейв, а зубы. Хотя не факт, что понадобится. 12 секунд. Есть милики, которые шарят, как бить. Идите, помогите убить. 8% у босса. Кого убить? Крош, 4%. Хотя мы сами добьем. Сейвы не понадобятся. Я уже подошел. Что? Ждем активацию через 4 секунды. Ома. Играйте просто по ому тоже все. Вы можете курсить, также продолжает декурсить. Из морского поднимите. Войд, нажми гимноману. И кусяло залей и нарпахиси. Идите на звездочку, повесьте синюю джагу, хилы все с палок. Палки ветками и так далее. Бейте. Ману восстанавливайте. Даже да, тебе можно АФК. Можете покушать. Через 3 секунды эти отбегите от хилы. Отбегайте. И по глазу только... Короче, милики, которые больше 6к дают, могут идти бить или по глазу. И миликов прохиливать. Танки и остальные, которые не подходите к по глазу. Так. Мендри почти без маны. Мендри, загастуй гимн на ману, если... Да. Петов тоже поубирайте, там собака бьет чья-то звездочку. Петов тоже хилится. Лока какого-то. Бейте каст, стопнули по слепоглазу. Киглера. По киглеру тоже милики, которые шарят, как бить. Можете идти бить. Как бить? Слепоглаза. Вот он кастует каст. Под конец каста вы должны отбежать. Вот, под конец каста убегаете, это урон пройдет. Сдохнуть. Вот он. До каста бьете, каст и убегаете. Ну, так выйдите.
славно Синер по Мендри. Через 9 секунд закрытие босса. Стопнули по Киглеру, прохильте, эй. Отбегите от Киглера. Слепоглазы. Слепоглазы так же, как и били. Все, кто больше шестяка. Я думаю, у нас все больше шестяка дают. Ну, собаки всякие, вон Петров призывает бета-тестеры. Бета-тестеры, они Петров вряд ли дают больше шестяка. Они только откидывают босс. Он за каждого юнита, который находится. Юнита это как в Старкрафте, да? Да. Сходите. Стоп, 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 короля забери. Сэм. Можешь забрать, Сэм. Да это я заберу. Ну, можешь ты забрать. Ждем пока Киглера. Добьем. Так, Кусяо Иннер по Полинору. Изморский Иннер по Орешке. Сейчас добьем. И где мы? Убиваем Киглера, потом по королю играем. Можно убить его. Только, когда он кастует, убегать. Так, милики, все танки лишние, убегите, петов поубирали. Бьет. Бьют только те, кто больше шестика дают. Миликом и один танк танчит. Слушай, а мне нравится чешка, блядь. Чешка тут похуенно, блядь, здесь. На данном этапе. Ну, не на все классы. Но, на мультика не бисто. Хэмовскую, конечно, бы. Хэм еще убить. Какого у нас так? Там, Женя, нажми массей. Смотрите, милики, видите, проседаете по хп, отбегите немного. Так, Иннер по авокате. Ну ладно, лол, отдал по ахнитину Иннер. Славность по авокате, по ахнитину Иннер. И Юра тоже, как откатится, Иннер по Мендри забьет. Ой, я себе. Мы рекорды бьем, уже 10 минут его бьем. Да. Все быстрее и быстрее сразу бьем. КПРС-ку бы так быстро били, блин, который максимально просто. Не знаю, кто проще может учиться. Кузня обычка. Ну, инст, но не рейдовая, тем не менее. Я сейчас тебе говорю про рейдова. Ну, тогда на 80-м идут как его. Огненные недра. Так, сейчас собаки появятся, приготовьтесь собак ловить. И их игнорируйте. Собака лицо пошла бить. Заберите там. Было дохуя фанто. Не осталось ни одного. Что за хуйка? Ну и чашку полутали, и все. Игра пройдена. Да. Чешку. Волю ты имеешь? Ну да, 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 да. Там у нас воля только на первых двух КД упала и все, да? Три воли, три ханта забрала и три съебала. О, печенька. Ну идем. Бегаем все, там закинем диван, трэш не бьем. Просто все пробегайте.
А у всех подлагивает? Да нет, да нет, ну шо, бурстанула тебя чашка, Войд? Да хуй знает. Я не знаю, зачем ты ее брал, честно. Ну, обычно мы с Наёми наравне были, сейчас больше как бы. Должно больше да, быть. Лучше с СПД бы взял бы трени со встроенным СПД. Смотрите, грудь сейчас на месте. Это какие? Мы уже зафирили. Ну, тут же вон этот детектор, как минимум, плюс Толгородская триня было бы лучше. Так его еще выбить надо, этот детектор. У Толгородского у меня есть. Падает. Падает постоянно. Да я туда не хожу, в Карвер. Правильно. Ну, Драйвер же бы сказал, нифиговать трени. Блять, я заебал с печенькой. Этот, давайте там, рез, масрез и вставайте. Сэндрикс танчил боссом? Да, танчил. Под краном же ставить. А, классно, убежали вперед. А вас разъебут. Нет, нет. Просто поставить босса и стоять танчить, ничего же больше делать не нужно. Прожимать. Ну, сейчас обычно чай. Нет, я танчил, я знаю. Я и руки держал, и танчил. Вот кто? Женька, выкачи, давай. Морский и Женек тебе останется в танках, как не светится. Скажи, кто под этим... Ты из Морского можешь агрессить. Ой, на самом деле, я одну минутку отойду. Если вдруг буду под лицом, спрошу. Скорее всего, будет под лицом, потому что у нас кнопки Мейкл, там, петов нет. Давай агрессив ДД. А тыкните шкаф, Асма. ДД чешка, она не бис, не мучает класс бис. Даже, я бы сказал бы, очень мало классов на кого набить. Просто маг хорошо заходит, афлик. Ну и по факту все. Кому она прям хорошо заходит. ШПшнику тоже хорошо хоста заходит. До 1070. В зале у нас, говорю, был ШПшник в топсе. Не, она ему хорошо заходит, но вес статы именно, насколько... Я по факту крит поменял. У меня была трума. Что, труба была? А второй на СПД не было у меня. На Йоми и Мэбой, а можно со жрачки встать? Все, так, ладно. Короче, ставьте петов, идите, у нас... Смотри, ХПшник, ой, не ХПшник, ДЦшник, если ты первый раз здесь. Ты должен будешь хитовать танка обязательно. Танка считаешь не просто так, а считаешь под каждый оскомляющий и под каждый адский удар. То есть на него просто так не запиливает. Твоя задача, ДКшка, смотри, ты первый раз подходишь под печку, так вот, а в печку, и каждый оскомляющий должен разворачиваться вот сюда, где кастует адский, разворачивает его вот в эту сторону. Окей. Понятно? Смотри, я вот отсюда иду, притык, ставлю босса вот сюда, в угол. Под каждое ошеломляющее я должен буду вот так проходить обратно. Я просто вот тут танчил и все, то есть я доводил его сюда и все. У тебя было 10 петов, у нас нет 10 петов. Я понимаю. А нет, смотри. Там пчелы перебегали, ну не суть. Значит, они сами перебегали, смотри, ты что делаешь? Кастуется ошеломляющий, ты должен всегда весело ошеломляющего в петов ловить и в людей. Кастуется адский, ты должен чуть-чуть и развернуть его в эту сторону, вот в эту, противоположную от людей. Okay. Сэнс, я тебе скажу, когда дать истерию. Я так и скажу, Шэнс, истерию. Так, давай агрессив танка, потому что будет пиздец. Агрессив танка, изморский в ДД. Короче, изморский под лицом. Так, это раз, два, три... Четыре, ты пятый, а пока у шестой.
Эксморский 7. И 5, 6, 7. Клео 8. Клео 8. Альдрид 9 и Бетик 10. Смотрите, что вы делаете. Это касается вас, Альдрид. Клео. Когда кастуется ошеломляющий удар, вы должны будете вот здесь, где маг прыгает, всегда в эту точку становиться. Когда кастуется адский, сразу же убегаете вот в эту сторону. Сюда. А пока, если у тебя черви есть, ты на свайпнер. Червячки! Так, подожди, ошелом... Всем под пока. Какой подбегать? Ошеломляющий, ты просто ты не подбегаешь, ты просто стоишь, босса в лицо бьешь. Запоминайте, кто бьет в лицо. Альдрид, Фокси и Клео. Альдрид, Фокси и Клео. Изморский, Альдрид, Фокси, Клео, Изморский, Апакао. Это сколько я назвал человек? 5. Танк 6. Все, вот эти. Альдрид. Нет, давай, Аня, ты не стоишь. Короче, Фокси, Клео, Апакао, Изморский и бета-тестер. Короче, перед мордой просто стоять, правильно? Да, и когда кастуется адский, убегаешь в правую сторону. На всякий случай спрошу, мне хватит сюда отойти от адского? Вот так. Да. Ты главное их смотри. Что ты должен делать? Тебе не надо не то что отойти, тебе нужно босса просто развернуть в эту сторону, чтобы он сюда смотрел. Все, этого будет достаточно. Чтобы он не смотрел на людей, которые стоят под лицом, потому что их убьет. 40 тысяч урона там или сколько? И вот так весь бой стоять, правильно, под мордой? Да, ты просто под лицом весь бой бьешь, кастуется адский, убегаешь туда, и все. Все, понял. Пока Зеня, ты закрываешь вначале справа, там где вначале печка, потом по твоей метеорит падает. Давай, Женёх, ты закрываешь сзади, и агрессив закрываешь вот эту левую сторону. Потом в Акате закрываешь мелизону. Все руки должны быть закрыты. Обязательно. Готовность. Не-не, Санёк, я спек переделаю, я сказал же. Не слышно? Да, слышно. Нахуя тебе эти черви? Ты меня обидел. Мне нравятся мои червячки, сюда не доебался. Все, больше не будет. Вот это вся левая часть агрессии. Нравится тебе. Классные червячки. Вот по вот этой всей левой части бегаешь, забываешь. Давай быстрее. Быстрее натянешь. Вот пока так. Сейчас, минутку, я у вас. Ты что, ни разу не закрывал агрессию? Ты что же вроде закрывал? Или это не ты был? Блять. Короче, здесь будет появляться печать с левой стороны. Вот, вот тут, по этой всей зоне. Твоя задача забежать в нее и становиться в каждую печать. Вот это твоя зона ответственности. Вот. Вся левая сторона. И ближе к центру. Как на смотрителе в Хэмке. Все на пулы в Сенджикс. А детектор... Люди, которых я сказал, стоят под лицом. Детектор сильнее, чем 3 НСТГ будет? Смотря сколько их в рейде. Ладно, потом, короче, давай. Несмотря на каких боссов. Давайте Геру. Он кастует адский на каждых 100% ярости. Все, 10 человек как раз, отлично. На пулы не забываем давать, по ВКД и ЛПшки кидайте за огромные. 50 тысяч, я ебу, блядь. Руки закрыли все. Похищи инер, пусть. Адский, разворачивай, кто-то. Сука. Еще один адский разворачивай. Падайте, дай диван. Черви есть или что там? Не, у меня червячков нету, не надо нам их червячков пидить, я их убрал.
Руки вроде никто не труп не сдох. Там что-то не было, по-моему, 10 человек на каком-то ударе. Было. Короче, 10 человек, 20 стаков было. Первые 10 стаков он получил на первый раз, второй раз на второй. А на третий? 10 получил. Кто-то сдох. Третьего же не было. Может, потом может, пошел. Пет чей-то, наверное, сдох. Короче, включите хилы, чтобы вы петов видели. Хилы, все 4 пета были живые. А. Значит, дело не в петах. Там еще говорят, в руках, если чьи-то петы умирают, или копии, хуй, может, еще за это может читать. Не, ну вот когда уже первые несколько человек умерли, я прохиливал как раз в этот момент петов, они все живые были. Все, встаем, вызываем петов заново. Еще раз. Фокси, Клео, Изморский, Апокал, Сенджикс и 4 пета. 8 человек, ой, 10 человек. Это не вызывает своих, блядь, этих волков. То есть волки сдыхают, он тоже восстанавливает. Может, волки где-нибудь сдохли? Может, ты как бы на петов тоже включил? Будем смотреть. Тут 10 секунд ему эти мастры сдавать. Адского не должно было быть, понимаешь? Значит, кто-то сдох. Когда кто-то умирает, он восстанавливает энергию. Он восстанавливает энергию как? Когда кто-то умирает, когда печка, дебаф печки проходит 40, восстанавливает. И каждую секунду, ну не каждую секунду, какой-то определенный период времени по одной восстанавливает. Что? По-другому он не восстанавливает больше энергию. Значит, просто кто-то сдох. Какой-то мелкий пет, что-то такое, короче, сдохло. Не вызывайте лишнего ничего. Ты уже от адского сдох, я ж тебе говорю, что адского не должно было быть. Саня, блядь, не тупи. Первый адский, когда пошел, его еще не должно было быть. Потому что он, у него было 40. Еще одного пета не хватало. Да. Да, да, да. Прису сейчас. Окей. Так, ставьте шкаф. Все тут, весь рейд тут. Ну, имею в виду, что это... Жива. Вижу. Все, давайте ребах и полетели. Никакое не АФК. Какое АФК, блядь? Готовность на пол геймского. Только пусть поставит тогда. Да, 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 да. Все. Никто не врывайтесь, пока не поставил, кроме Роги. Рога в лицо не сбивает, блядь. Геру, Гер, следите за Гром. Юраинер пахнете. Сайенш, можешь давать. Печка активна. Подбеги к печке, Сэнджик. Поверни. И сразу опять нашел мляющий разворачивай.
Также если он будет кастовать сейчас ошеломляющий и не успеет дебаф, не, нормально, не надо прожиматься. То есть когда 30 стаков, он вся кастует ошеломляющий и не успевает дебаф спать печки. То ты должен будешь прожиматься, это тебя сложит. Женек, после адского можно ждать. Через 7 ярости будет адский. Возможно, еще одна печка будет. Невозможно будет. Тут руки сзади два. Блять, это раньше, а? Идите за руками, РДДшки. Скоро будет печка активна. Приготовься. Да, хорошо. Смотри, сейчас будет ошеломляющий, потом сразу же адский. Почти что сразу же. Готов, все, можешь после ошеломляющего сразу разворачиваться, разворачивай. Руки под мелизоной закройте. Я закрыл. Хорошо, супер. Все, так же ставь. Сяо, прохиньте. Чеславна, Стимер по Ахисе. Саня, ну ты заебись, конечно, пепер свой грузил. Чары эти. Вот, он каждые 30 стаков включает. Включает. Ну как пошел не везет. Нет, каждые 30 стаков включает печку. Поэтому. О, уже включен. Все, все, молодец, разворачивай. Это шаман, за что на меня орехи свои? Печку золотой. Вот. Да, печку. Я видел. Главное смотри, чтоб этот тебя не развернул, а то он тебя откинет и будет вай. Короче, лучше не всегда так. Ну ты молодец, сейчас хорошо сделал. Но не всегда так рискует. Скоро будет адский, будет следующий, скорее всего, адский. Но будь готов повернуть на шаумляющий. Все нормально. Адки. Разворачиваем шаумляющий. Можешь давать, если будет. Дал. Войд, запусти гимноману. Изморский инер по Уолу. Так, потом еще есть. Кусяло по Ахиче. Печка. И вот сейчас, если будет кастовать ошеломляющий, если вот этот дебаф поток пламени не успеет спасть, то прожимаешься обязательно. Хотя склад сложно. Все рано. То есть, когда... да, я просто тебе объясняю, как работает, чтобы в следующий раз сам понимался. Ну, Женек, как будет. Я понимаю, как работает, продукт просто раз по-другому чуть-чуть бил. Просто раз ты бил, у тебя, скорее всего, было 10 петов, либо люди убегали. Петов тоже было меньше, чем перебегали просто. Петов тоже не хватало. Ну, для чего мы... Для чего мы так делаем? Чтобы людей точно по ним не достало. То есть, что ты что-то развернул и по людям... Я понимаю, нет, будет... так намного проще, потому что там вообще дрочка была. Типа, перебежали, сейчас не перебегаем, там... Так намного проще. Смотри, печка скоро будет, главное. Ставим две руки. Если есть прожимку, нужно... Успеет спасти. Полинор, Полинор Руинер. Так, у кого там есть учиславности Полинор? Скоро будет ужасно. Он после ошеломляющего будет. Еще два ошеломляющих. После двух. Куда вот так рано затекает? Я просто тебе на всякий случай скажу. Мендри, готовь зубы по Сенджиксу. Просто пока готовь, не надо отдавать. Отдавай зубы. Разворачивай Сенджикс сразу.
Так, Изморский сдох, и Фокси сдох. Я забегу под лицо, и Бэтик тоже забеги под лицо. Чуть-чуть не успел разобрать. Я и так под лицо. Они просто не убежали. Да. Меня сложило, еще место один, меня кто-нибудь под лицо. Давай топ-хайп. По Изморскому уже отдали БР. На хп читаю. Руки, главное, сейчас меня... лицо в мелизоне. Потому что я под лицом. Ты 4 есть. Ты под лицом, я закрою. Да, и это было ровно 10. Нет, уже, а сейчас уже больше. Стой, стой, стой по лицом, руки следите. Главное, закройте руки. Хоть уже заебался бить его. Уже пальцы болят. Я даже забыл. Сенджик, дай. Да, все забыл. Ого, блядь, 49 сюда. Так, Войт, тебя магика заирелит, что у меня время. Ну, что тебе сказать, Сань, ну 30к, ебать. Красавчик, пиши под лицом. Ну, а было сколько раньше? Да я в душе не ебать. Да, ну, думаю, 20к была. В момент, когда сберила вот на дно остра, я что-то не так сделал, не успел развернуть? Или они... Фокси тоже не так сделал, он должен был убегать, а он, видимо, не убежал. Скорее всего, так было. Я, честно, не заметил. Там просто я не успел. Может быть, мог быстрее, но не знаю. Портуйтесь к магику, пока кому не надо ничего. Ставьте шкаф. Сколько ЕП за магика идет? 200. 50 даже. Если бы... Так, подожди, сейчас я начислю за этот.